think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну, чё, как обычно, я провтыкал включить микрофон, поэтому начну с конца. А вы влепили по лайку за то, что я перезаписал видос. Хотя видос бомбический. В общем, поехали. Я зашел на русский сервер и только увидел, что у меня отключен микрофон. Посмотрим на плюхи. Поржем немножко. Я вчера тоже долго ржал. В общем, зашел я на русский сервер. Вчера после комментов посмотрел... Что же делается на русском сервере с обменом? Я, честно говоря, офигел. Вот это вот печаль. Один сундук, блин, один. У меня их пять. Здесь всего лишь один. Пять или шесть? Пять, по-моему. Это просто пипец, ребят. Ну, это боль. По одному сундуку... Ну, обмена понятно, обмен предметов. Почему такого обмена нету? Потому что был обмен с картами на Тайване. Ой, я говорю на Тайване, на немке его нету. Это такое. Обмена героев тоже нет. Обычного. Есть только вот такой вот обмен предмета. И тут, конечно, все плюхи вроде так же. Но вот это просто боль. По одному сундуку, я не знаю, за 10 сундуков вы точно ничего не словите. Я с 60 или с 50 словил по 2 топовых скина. Ну, в любом случае это халява. И на русском ее тоже надо фармить. Так, что у нас? Открыть сундук. Поехали, посмотрим. Понятно все, возвращение домой, награды, маленькая помощь. Мы, по-моему, это все забирали. Чё по событиям? Подарочки авиара, фонтан, нифига нету. Чё по рынку? Скины, сундуки. Что-то как-то уныло. Вот такое себе. Все как обычно. Поехали сейчас на немочку. Покажу, что я на немке забрал. Порадуйтесь за меня. Такс. 184. Как обычно, места на немке не хватает. Так, надо будет кгшек нафармить, чтобы позабирать слизняки. Надо как-то собраться это сделать. Еще 200. В общем, немка. А, на немке у нас даже вот так вот по 3. То есть 60. 20 этих. Подождите, а на русском что их? 20, а на русском? Это что-то так невнимательно. На русском 10, нормально. В общем, все нормально, ребят. Я же думаю, у меня 60-10. Ну, в 6 раз больше. Ну, то такое. Да, однако. Однако, такие вот дела. Так, помимо этого, я забрал... Наборчик за один самоцвет. Сейчас ему вам его покажу. Ну, нормально. Здесь такая тема каждую фактически неделю. Так, еще слизни. Отлично. Продаем слизни на кгшке, чтобы получить больше потом слизней. Такс. Ну, блин, что по ресурсам все. Поехали, попробуем забрать. Бум! Получилось. Вот такие вот плюхи, ребятушки. Халявные за один самоцветик я сегодня забрал. Но я имею в виду верхний слой сундуки. Нижний это просто бонус с маленькой помощью был. Чик! Опять водушка, опять исцеление. Да где, блин, моя ремка долбанная? На этом аккаунте уже просто бешеное количество. Просто бешеное количество воодушевлений. И я все никак не могу вытащить долбанную ремку, хоть одну ремку. Я уже даже на землеройке, ребята, опять водушка. Я даже на землеройке сделал ремку вторым талантом после скина, который получил. Но это просто трэш. Посмотрите, ну это издевательство. Одни воодушевления, ни одной ремки. Даже с сундуков падают воодушки. Сейчас, если зайти у меня на героях,
смотрим. Раз, два, три, четыре. Четыре, да? Еще здесь четыре. Это просто какой-то бред. И ни одной ремки вообще. Вообще просто, Вася, нету ни одной ремки. Это просто пипец. Я в шоке. Я просто в шоке. Такс. Покажу вам плюхи, которые у нас. Ну, мне, по сути, уже нафиг не надо. Вот этот пак за 1100. Ну, в принципе, как бы нужен расходники. Но я все равно сейчас в ближайшее время никого качать не буду. Окник у меня уже собран. Дальше я буду сейчас копить, наверное, скорее всего, на дерево. С дерева мне надо будет скин вытащить и монетки. В общем, такие вот, ребятушки, дела на немочке. Поехали на английский сервер. Я вам покажу, как там офигенно мне сегодня подфартило. Это было в начале видоса. Я просто такой записывал вам видос. Я, наверное, этот момент, не знаю, может, вырежу, вставлю. Там он, конечно, без звука, с музычкой. Но просто тупо опять везение. В общем, с бесплатки я выбил алхимика. И сегодня вот такой вот коллекционер героев. Ну, в принципе, я считаю, очень крутые плюхи для бездоната. Если сравнивать с русским, который я вчера показал, это просто небо и земля. И мы вытащили вот такие вот плюшечки. Получил халявные скины. Вот мне именно кубчик надо, его еще надо дособирать. Но реально... просто везение какое-то. Больше здесь вроде ничего такого на английском сервере нету. Апдейт паки. Дешевеет уже этот. Хотя не дешевеет, 4 пака на берсерка, если собирать Матрона, то пак стоит. Эти осколки дешевеют. Там все постепенно, постепенно, как обычно, падает в цене. Так, сойдем еще Тайвань чекнем. Я до Тайваня так и не дошел. По идее, завтра будет новый остров. Я надеюсь, мы завтра потестируем уже нового героя. Спирит мага. Посмотрим, что это за чудо-юдо. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Так, блять, на русском, конечно, но как можно так захерить шар? Сейчас я гляну Тайвань. На Тайване тоже 10, везде 10, видите, это только немка выделяется так. Но на Тайване хотя бы обмен есть, вот этот вот обмен, где можно получить, блин, розу, можно ее получить. И карты можно получить. На русском сервере, ну, я не помню, был, не было. До этого, по-моему, был. Но сейчас вот второй раз запустилось. И просто писец, ребят. Кстати. У меня ж трифид по-любому должен. Нету трифида? Да ладно. Трифид и космо. Настолько нуба аккаунт, что трифида и космо. Не, есть трифид. Трифит есть, откроем сейчас его. Я не знаю даже, сколько у меня здесь мест. Я уже давно тут ничего не качал. И космо есть. Сейчас мы с вами вытащим бездонатную, точнее, донатную карту без доната. Отлично, трифит. Окей. Космо, окей. Обмен. Я хочу обмен. И чё? А, там надо третий левел. Так, тут третий есть, а тут надо... Не понял. Чё-то я не могу курить. А, у меня места нет. Я думаю, чё это, оно не меняется. Думаю, нифига себе, открыл и не могу поменять. Ща, ребята, мы с вами чекнем. Тык. Обменять. Обменяли. Так, ну что у нас будет сегодня за герой? Бум! Бард.
Барт, ребятушки, Барт упал нам. Я не знаю, он у меня здесь есть вообще? Вообще он у меня здесь есть? Ну, как видите, вот, вот вам пример, как можно играть. Сейчас без доната, просто нужно иметь определенные герои, ждать, конечно, удачу. Так, я не понял. А Барда у нас нет, ребят, вот так вот. Я просто чисто что-то завтыкал за этот аккаунт, зашел. Можете влепить еще по лайку пяткой. Вот таким вот образом, без доната, можно выбивать донатных героев и не париться сейчас над этим. И без донатом реально сейчас намного кайфовее с плюхами, нежели это было раньше. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.